Какие у вас мечты? Что хотите? Чтобы зарплату поднимали. Зарплату поднимали? Да. Ну да, это все им не помешает. Да, зарплату поднимали, чтобы еще было все. Цены у нас не прыгали наверх. Личное мое, чтобы мои дети никогда не болели, чтобы они были счастливы. Ага. Хочу стать дипломированным переводчиком. Переводчиком? Да. С какого языка на какой? Русский, английский, французский, немецкий и китайский. Москву на архитектора. На архитектора. Да. Ага. Оттуда взять знания, прилететь сюда и преобразить Таджикистан. Угу. Ну, может, в семейном плане какое-то желание есть? В семейном плане? Построить маме дом. Маме дом. Да. А где и какой? Ну, я еще не знаю, я еще не поступил, так что еще с этим ответом думаю. Сейчас в приоритете поступить. Поступить? Куда вы хотите поступить? Мединститут. Мединститут? На кого? На хирурга. На хирурга? Общего хирурга. Ага. Такие цели. Сейчас учимся, вот, готовимся. Чтобы поступить? Да, чтобы поступить. А мы чего раздорят? Помоги. Орды горем ке. Амавах, Османи сафет болшат, да, Таджикистан. Русти болшат, кисти болшат. Чтобы было мир, согласие, дружба и любовь. А зиндаги амири аз худован балку мы хаем, ке бисаят саламати камал дашта башем. Чемпион джаун шитан. По какому виду спорта? Кикбоксинг. Я надо хосанем, ки бие, гавен на седа коркем, бием ягон, сэби хонау дал шаим, ахсад сэби зан шаим, ахэчи шаим.